Всем привет, ребята! Я уже в Польше, и сегодня 1 октября. И это означает то, что сегодня начало учебы, и я иду с вами на встречу со своей группой. А потом будет встреча с ректором. Нам там что-то будут рассказывать, я не знаю что, я ужасно сильно волнуюсь. Мне страшно. Мне страшно, страшно, страшно. И, кстати, сейчас без 15:10, и меня не видно. И, короче, я думала, что на улице будет много людей, которые будут идти в корпуса на встречи, много первокурсников. А на самом-то деле никого нет. Итак, ребята, короче, прошла у меня встреча с группой. У меня был шок, потому что оказалось, что в моей группе всего лишь 5 человек, считая со мной 6. Второй шок был из-за того, что оказалось, что меня нет в списке, я еще не подписала никакие документы, мне надо сейчас идти в ректорат со всем разбираться. Потом еще одна причина для шока. Непонятно, есть сегодня занятия или нет, это вообще жесть. Наш куратор ходил со мной, хотел узнать у кого-то, будут ли сегодня занятия или нет. Никто толком сказать не может, так что отлично, ничего не понятно. Еще мне надо записаться на физкультуру, выбрать, на что я буду ходить. Но там была огромная очередь, а я бы не успела, потому что у меня встреча буквально через минут 15. Я иду. А еще у меня радость, я староста группы. Так что вот так. Куратор очень хороший, он живет в соседнем городе и сюда приезжает на учебу. Ему ехать где-то часа два. А потом, что я еще хотела рассказать. Сейчас будет еще встреча с ректором, я еще вам после нее я уже на второй встрече. Внесли меня уже в список студентов, но мне так никто и не сказал, будут ли сегодня пары или нет. Я ужасно голодная. Сейчас зайду в институт, посмотрю расписание, во сколько должна быть пара. И если успею, запишусь на физкультуру. В общем, я уже в общежитии. После встречи с ректором я успела забежать и записаться на физкультуру, я выбрала волейбол. Потом, посмотрев на часы, я поняла то, что до пары осталось всего лишь полчаса. Я забежала в общежитие, покушала и побежала уже на пару. Сидела, ждала, и тут началось все самое интересное. Уже пара должна была идти как минут 5, но кабинет был закрытый, и я слышу голос с первого этажа, который кричит то, что политология первый. И спускаемся к преподавателю, я и еще один парень. И начинаем уже разговаривать с преподавателем на польском, типа рассказываем, что мы с политологией, там то все. И преподаватель спрашивает, откуда вы? И парень отвечает, с Украины. Я тоже с Украины. Нашел, мы довольны. Нас пригласили, я не могу сказать то, что это аудитория, это, скорее всего, какая-нибудь комната, небольшая комната, да. И мы посидели минут 5 с преподавателем, немного поговорили, и он нас отпустил, хотя у нас должно было быть с ним занятие аж 3 часа. Он нам рассказал то, что в основном мы будем смотреть на парах фильмов, а потом как бы по этим фильмам и отвечать. Но вы не подумайте, что это какие-нибудь развлекательные фильмы, комедия. Это фильмы документальные, исторические. Так что посмотрим, как все будет. И что еще. И самое страшное для меня то, что завтра пятница, и завтра у меня должен быть урок по выбору, а урок я еще не выбрала. Так что я не знаю, что мне делать, куда идти и как вообще жить. А еще меня, кстати, до сих пор не внесли в список учеников, и я вообще в шоке. Еще я до сих пор не выбрала иностранный язык, я не знаю, где это выбрать.
кому сказать, что сделать, а еще у меня нету до сих пор медицинской страховки. Я хотела ее сегодня сделать, но там было в очереди где-то человек 20-30, и я бы не успела.